Сегодня днем, по информации осведомленных источников в силовых структурах, чекисты вошли в рабочий кабинет главного нижнетагильского гаишника Анатолия Чернова и вывели полковника полиции в наручниках. Ссылаясь на неназванные источники, СМИ сообщают о том, что Чернов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Якобы в деле фигурирует несколько эпизодов, один из которых связан с дорожной аварией, в которую попал сын одного из тагильских ВИП-чиновников. Он был заподозрен в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, но сумел уйти от ответственности при помощи связей в автоинспекции. Цитирует агентство «Между строк» слова своего неназванного собеседника, вероятно, человека в погонах. Говорят, по этому делу задержан еще один офицер полиции, служивший в ГИБДД. И по слухам, в ближайшее время силовики нагрянут в регистрационно-экзаменационный отдел ОГИБДД по Нижнему Тагилу. Телефон приемной Чернова не отвечал, сообщают тагильские СМИ. Пресс-служба УФСБ пока от комментариев тоже уклонилась. Руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых в комментариях сообщил о том, что начальник Нижнетагильского гарнизона полковник Абдул-Кадыров назначил служебную проверку. Далее цитата. «Если эти сотрудники действительно приступили черту закона, уверяю, последуют самые жесткие меры реагирования». Конец цитаты.